Но только света она дает не очень много. Привет, точка. Привет, Сэдис. Ты там где-то бегаешь рядом, я тебя видел. Опять собрал кучу ретрансляций. Непонятно, зачем функция вообще на самом деле. Бесполезная. Максимально. Здорово. Я? Вот так. Думал сегодня днем чуть-чуть покататься, поиграться. А у меня свет вырубили. Причем вот в доме, где я живу, нет света. В соседнем есть. В другом соседнем тоже есть. Так, у нас такая же херня, только у нас дождь. У нас градусов 12-16 тепла. И дождь. Отвратительно. Вот. Ну, можем подождать, пока кто-нибудь еще соберется. А потом как начнем, как начнем. Не, у меня сегодня прям отключили. Где-то часа, наверное, в 2. Может, в 3. Я вышел, нагулял 2 километра, забрал посылку с Озона. Хвастаться не буду, что забрал. Абсолютно неинтересная херня. Вернулся. Передо мной зашла маман, короче, с этот... с ребенком, а в подъезде, естественно, темно. Ну, я за телефон такой, только фонарик включать. О, ну, хорошо. Поднялся домой, пока разделся, опять выключился. Такой, неприятно. Шел в душ, включился. Ковалялся, собственно, в ванной, выключился. И еще через минутку включился. Вроде больше не тух, вроде все нормально. Намотили, наверное. Ты в Калмыкии был, что ли? Точка. В степях. Ну да. Так, ну, мы продолжаем. Наш великолепный цикл вторничных передач. Сказки скандинавских писателей. И у нас продолжение сказок товарища по имени Сакария Стапелиус. Игорь Александрович, добрый вечер. Вот. Я думаю, за сегодня мы 2 успеем. Если не успеем, то успеем. Они у нас, по идее. У меня много сослуживцев из Калмыкии. Так. А, 3 глазки Топелиуса остались. Глазки, сказки. Ну, успеем все 3, я думаю. Надо уложиться. А где у нас еще степь? Да так, чтобы прям тепло. Тут по соседству, соседний регион, точка. У нас от них есть замечательная сеть шавермошных. Сейчас не вспомню, как называется. Вообще не вспомню. Я с Ростова. Тут недалече. Но Дону, который. Ну же ж пограничный с Калмыкией. Ну, пограничный. Только не говори, что ты тоже думал, что я из Питера. Позвоню Игорю Александровичу на 18. А, нет, на 22. Алло, Игорь Александрович? Кикчак. Вот, шавермошная Кикчак.
там ребята из Калмыкии приехали, у них там есть эта вся фиговина, и они к нам привезли. Очень вкусно, сочно. В Элисте есть. Точно. Алло. Я включил себе 22. Мне жарко. А на улице, как я сейчас, пока чай это наливал себе. На улице ветер бушует. Дождь беспрестанно льет. Осень. Я думаю, меня бы за такое хоку не похвалили бы. Так, значит, первый у нас... А, ну, тогда прочитаю первую. Сделаем перивчик. Комары. Ростов, да, особенно ночью и в дождь. Он прям... Ну, в принципе, я думаю, как любой город. Когда оно вот там светится, вот тут отражается, и такое все вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Осень. Комары. Так, ну, судя по тому, что я по диагонали пробежался сейчас по первой страничке сказки, будет немножечко про меня. Че, поехали? А, да. На фоне у нас Брайан Ина и его маленький небольшой альбом Music for Installations. И, как видите, трек называется первый «Казахстан». А вот попробуй, точка. Попробуй. Ну, поехали. Потом чатик после сказоньки прочту. Чай. Закариас Топелиус. Старый домовой Абасского замка. Старый замок в Або, одно из старейших строений Финляндии. Здесь некогда жил король Юхан III. Будучи герцогом финляндским, он держал двор вместе со своей супругой-полячкой Катариной Ягеллоникой. И здесь же находился в заточении король Эрик XIV. Долгие годы замок служил темницей. В настоящее время это превосходный исторический музей. Жил-был однажды старый домовой, 700 лет от роду, и жил он в подземелье Абасского замка. У него была такая длинная борода, что он мог дважды обернуть ее вокруг талии. Был он сгорблен и весь согнут, словно старый стальной лук, натянутый до отказа. Домовой похвалялся, что он где самый старый домовой во всей стране. Даже домовой из кафедрального собора, которому было 550 лет, величал его дядюшкой. Все прочие мелкие домовые Финляндии считали его главой рода. Домовой Абасского замка был хороший, щепетильно честный, дельный, хотя и не без некоторых слабостей. Жил он в самом глубоком подземелье Абасского замка, в так называемой «полой башне», где в стародавние времена содержали самых отпетых и опасных преступников, которым никогда больше не суждено было увидеть белый свет. Там-то и находился со всеми возможными удобствами роскошный дворец домового. Там не было недостатка в мусорных кучах, разбитых вдребезги кувшинах, рваной рогоже, непарных сапогах и перчатках, ломаных игрушках, оконных створках без стекол, в ушатах и чанах без днищ, изглоданных крысами книгах без переплетов и множестве другого мусора, совершенно не поддающегося описанию. Башня тщательнейшим образом была задрапирована паутиной всевозможнейших узоров
и усеяна небольшими лужицами, которые в течение сотен лет непрестанно восполняли запасы воды. В этом удобном обиталище домовому жилось так хорошо, что он редко искал общество вне дома. Других домовых старый батюшка домовой из подземелья вообще в грош не ставил и не считал их сколько-нибудь заслуживающими внимания. «В мире нынче все измельчало», — говорил он. «Домовые годятся лишь на то теперь, чтобы строить беседки да чинить детские игрушки, чистить сапоги да подметать пол. Люди презирают их и не удостаивают даже угощения. Ну, плошки каши в рождественский вечер. Посмотрел бы ты на стариков домовых в мое время. Мы сдвигали скалы и строили башни». У старого домового было всего лишь два старых друга, которых он иногда посещал. Домовой из кафедрального собора и старый привратник из замка Мац Мурстон. Домового из собора он посещал раз в 20 лет, и раз в 20 же лет домовой из кафедрального собора жаловал к домовому из замка в гости. У них был кратчайший путь друг к другу через знаменитый подземный ход между замком и собором, ход, о котором рассказывают все жители Аба, хотя никто из них его не видел. Домовым было вовсе не трудно прокрадываться через тесный ход. Им ведь ничего не стоит пролезть и сквозь замочную скважину. Гораздо хуже обстояло дело с детьми человеческими. Привратник Мац Мурстон знал это лучше кого-либо другого, потому что он был единственным человеческим существом, которому удалось проползти через этот ход. И вот тогда-то он впервые познакомился со старым домовым из Аббатского замка. Мац Мурстон был в то время проворным мальчуганом 12 лет, которому море было по колено. Он искал старые пули от мушкетов среди древнего хлама в подземелье замка, когда его однажды утром угораздило обнаружить лаз в подземный ход. Вот он и стал изучать, куда может привести эта дыра. Он все полз и полз, но когда ему удалось продвинуться вперед, камни за спиной его обрушились и преградили путь ему назад. Это ничуть не опечалило Матса, ведь где-нибудь он верно сможет вылезти из подземного хода. Но под конец случилось так, что камни обрушились и впереди, так что Матс не смог пройти ни вперед, ни назад. Так бы он, видно, и сидел пригвожденный к месту и поныне, если бы все это не произошло в тот самый день, когда домовые из замка и кафедрального собора имели обыкновение раз в 20 лет посещать друг друга. Домовой из замка шел как раз к домовому из собора, когда обнаружил мальчика, застрявшего в куче мусора, как лисенок в капкане. А сердце у домового было доброе. Ведь все домовые, хотя и страшно обидчивы, но добросердечные. Потому-то он и зарычал на Матса. «Ты что здесь делаешь?» «Ищу старые пули», — дрожа ответил Матс. Домовой засмеялся. «Держись крепче за голенище моего сапога», — сказал он, — «и я помогу тебе выбраться отсюда». Матс ничего не видел в темноте, но, протянув руку, ухватился за голенище сапога домового. Они быстро двинулись вперед между камнями и щебнем, и вскоре домовой сказал: «Вылезай через дыру». Матс, по-прежнему ничего не видя, ухватился за творило лаза, которое могло подниматься вверх. И вскоре он уже очутился на высоких хорах кафедрального собора, где в полном облачении стоял епископ и как раз собирался отправлять службу. «Смотри-ка на него», — сказал епископ. «Что тебе надо в винном погребе собора?» Матс подумал, что епископ вряд ли опаснее старого домового, и откровенно ответил, что искал мушкетные пули. Епископ счел, что ему не подобает смеяться, когда он облачен в такие парадные одежды. Он указал лишь мальчику пальцем на заднюю дверцу, после чего Матс убрался как можно скорее. С этого дня
между Матсом Мурстоном и старым домовым из Аббасского замка завязалась, ну, своего рода дружба. Матс его не видел, потому что старый домовой ходил по большей части невидимкой в своей серой куртке и черной мерлушковой шапке. Стоило ему вывернуть шапку наизнанку, как он становился невидимкой. Домовому доставляло удовольствие помогать, это в обычае домовых, тому, чтобы Матс благоденствовал на этом свете. И у мальчика и вправду все шло на удивление хорошо. Когда Матсу Мурстону исполнилось 30 лет, он стал привратником в Аббасском замке. Он с честью исправлял свою должность целых 50 лет, а когда ему исполнилось 80, вышел в отставку с пенсионом. А потом много-много лет прожил в старом замке, где некогда искал пули в подземелье. Дружба между домовым и привратником стала настолько задушевной, насколько это вообще возможно между домовым и человеком. Матс Мурстон передал свою должность мужу внучки, Андерсу Тегельстену, и больше уже не беспокоился о том, что узники из замка сбегут. Теперь у него было достаточно времени, чтобы бродить, где ему вздумается, в старом замке, исправлять повреждения, затыкать разбитые оконные рамы, всячески препятствовать снегу и дождю проникать сквозь щели в крыше. Во время своих блужданий он часто встречал старого домового, не видя его. Домовой занимался теми же самыми делами, что и привратник, потому что оба старика ничего на свете так не любили, как свой замок. Никто, кроме них, не заботился об этой древней постройке. Стоит, ну и пусть стоит, а рухнет, ну и пусть рушится. Над замком проносился огонь. Над ним проносилось время, зимы врывались в него снегом, лета дождем, ветер сотрясал его трубы, крысы прогрызали дырки в полах, дятлы разбивали рейки оконных переплетов, своды подземелья грозили обрушиться, а башни подозрительно клонились на бок. Аббасский замок уже давно превратился бы в кучу щебня, если бы домовой постоянно не занимался тем, что исправлял все повреждения. А теперь еще у домового появился помощник в лице старого Мурстона. 700-летнее сердце домового было тронуто. В один прекрасный день случилось так, что он вывернул мерлушковую шапку мехом наружу и тут же перестал быть невидимкой. Откуда он только взялся? Старый Мурстон чуть не рухнул от испуга с лестницы башни, когда увидел маленького, ласково ухмыляющегося старца с длинной белой бородой и согбенной спиной. От удивления он хотел было перекреститься, как это еще делалось во времена его детства, но домовой опередил старика. «Боишься меня?» — спросил домовой. «Нет», — заикаясь, ответил привратник. Но он все-таки испугался и спросил. «С кем имею честь?» Домовой засмеялся со свойственным ему лукавством. «А, вон что, ты не имеешь чести меня знать. Помнишь, кто сказал тебе, держись крепче за голенище моего сапога, когда тебе было 12 лет? Помнишь, кто задул свечу, когда ты заснул над книгой? И кто отыскал твой сапог в баре, когда ты упал с причала? Помнишь, кто подчистил кляксу, когда ты писал прошение о повышении должности привратника? А знаешь, кто все эти ночи напролет ходил по замку, пока ты спал, и приглядывал, чтобы все двери узников были надежно заперты? Это был я, Матс Мурстон. Полагаю, мы старые знакомые. Станем теперь друзьями». Привратник сильно смутился. Он, конечно, догадался, кто был перед ним, и, как добрый христианин, страшился общения с нелюдем. Но он сделал хорошую мину при плохой игре. И с того часа уже привык встречать старого домового то тут, то там во время своих блужданий по замку. Рассказы домового об Аббасском замке стоили того, чтобы их послушать. Домовой принимал там участие во всем с самого начала существования замка. Он помнил все, словно это было вчера. Он видел святого Эрика и святого Хенрика. Он знал всех хёвдингов из этого замка. Он видел Юхана и его блистательный двор.
Он видел пленного короля Эрика, Эра Брахе, который принимал первых профессоров в Аббасской академии, и многих других прославленных мужей. Домовой рассказывал о многих осадах замка и злосчастных судьбах его обитателей во времена пожаров и войн. Самый страшный пожар случился тогда, когда домовой уехал навестить своих кузин, домовых из Авастеухаса. После этого события он решил больше никогда не покидать Абу. Привратник внимательно слушал домового и следовал за ним из одного зала в другой, из одного подземелья в другое. И вот однажды они пришли к полой башне. «Не хочешь ли спуститься ко мне вниз и поглядеть, как я живу?» — спросил домовой. «О, да!» Не без тайного трепета ответил привратник, но любопытство взяло вверх. В полой башне он никогда не был. Они спустились вниз. Домовой впереди, привратник позади. Внизу было темно, хоть глаз выколи. Страшно холодно, сыро и смрадно. «Разве я не уютно устроился?» — спросил домовой. «Разумеется, уютно, коли вам по вкусу», — вежливо ответил Мадс Морстон. И в тот же миг наступил на лапку дохлой крысы так, что она хрустнула у него под ногой. «Эх, у вас, людей, какая-то удивительная страсть к солнечному свету и воздуху», — засмеялся домовой. «У меня же есть то, что гораздо лучше. Приходилось ли тебе дышать более целительным воздухом? Ха-ха, а свет, который есть у меня, куда лучше солнечного. Вот увидишь. Мурра, старая тролиха, где ты пропадаешь? Иди сейчас же сюда и посвети моему собрату по ремеслу». При этих словах что-то черное прокралось едва слышными шагами из самого отдаленного угла, влезла на камень и вытаращила два огромных сверкающих зеленых глаза. «Ну как, по душе тебе мое освещение?» — полюбопытствовал домовой. «Это ушко?» — спросил привратник, одержимый тайным желанием очутиться отсюда подальше. «Да, сейчас Мура кошка. Но она не всегда была кошкой. Она сторожит мой двор и единственная...» Ой-ой-ой-ой-ой. «И единственная, с кем я общаюсь. Она добрая тварь, когда не злится. Безопасности ради, не подходи к ней слишком близко. Я могу обойтись без общества, но мне нужна дворовая стража. Хочешь посмотреть мою сокровищницу?» «Благодарю покорно. Я не любопытен», — ответил привратник. Он мерз и думал про себя, что сокровище домового, верно, так же замечательно, как воздух и освещение в его башне. «Как прикажешь. Сдается мне, ты принимаешь меня за нищего», — обидчиво сказал домовой. «Иди сюда, погляди». С этими словами он отворил маленькую заржавелую дверцу, которая пряталась в самом темном углу под мхом, плесенью и паутиной. Кошка Мура прокралась через эту дверцу и осветила своими сверкающими глазами подземелье, набитое золотом, серебром и драгоценными камнями, дорогой придворной одеждой, великолепными доспехами и прочими сокровищами. Домовой оглядывал все эти драгоценности с каким-то жадным удовлетворением, а потом похлопал своего гостя по плечу и сказал: «Признайся, Мадс Морстон, что я вовсе не такой бедняк, каким ты по простоте душевной представлял меня. Все это мое, захваченное по праву имение. Всякий раз, когда в замке случался пожар или его разоряли враги, я невидимкой бегал по залам, подземельям и прятал драгоценные сокровища, которые, как считают, стали добычей огня или ворога. О, как прекрасно быть таким богачом!» «Но что вы делаете со своим богатством? Вы, который так одинок?» — осмелился спросить привратник. «Что я с ним делаю? Я любуюсь им дни и ночи напролет. Я сохраняю.
Я защищаю его. Разве я? У кого такое общество? Одинок? Ну, а если кто-нибудь придет и выкрадет ваше сокровище? Мужа поняла вопрос и рассвирепела. Старый домовой крепко схватил своего испуганного гостя за руку и, не ответив на вопрос, повел его к другой железной дверце, которую он слегка приотворил. Оттуда слышалось ужасное рычание. Казалось, рычат сотни хищников. «А ты не думаешь?» — воскликнул хриплым от гнева голосом маленький старичок. «Ты не думаешь, что несчастные людишки уже не раз жаждали захватить мои сокровища? Здесь лежат эти разбойники, связанные по рукам и ногам. Все они теперь волки. И если у тебя есть охота попытаться сделать то, что попытались сделать они, ты разделишь их участь». «Боже, сохрани нас!» — вздохнул короткий привратник. Когда домовой увидел, как испугался его гость, к нему вернулось его хорошее настроение, и он сказал: «Не принимай это так близко к сердцу. Ты честный малый, Мац Мурстен, поэтому ты узнаешь еще кое-что. Ты видишь здесь и третью железную дверцу, но ее не смеет открыть никто, даже я. Глубоко внизу, под фундаментом замка, сидит тот, кто гораздо старше и гораздо могущественнее меня. Там сидит старый Вайнемайнен, окруженный своими спящими воинами, и все ждет и ждет. Борода его гораздо длиннее моей, а когда она вырастет так, что сможет обвиться вокруг каменного стола, тогда наступит конец его заточению. Борода растет с каждым днем, и каждый день он проверяет, хватит ли ее, чтобы обвиться вокруг стола. Но когда он видит, что еще немного не достает, он очень грустит. И тогда звуки его кантеля так отчетливо доносятся сквозь толщу скал, что к ним прислушиваются даже старые стены замка. А здешняя река на воле выходит из берегов, чтобы лучше слышать. И тогда его богатыри просыпаются, поднимаются во весь рост и ударяют мечами о щиты с такой силой, что своды замка сотрясаются. Ну а теперь, мой друг Мац Мурстен, разумнее тебе отправиться наверх, к людям. А не то услышишь больше, чем в силах выдержать. Но я чуть было не забыл, что ты мой гость, и тебя нужно угостить. Могу себе представить, что тебя не прельщают такие лакомства, как студень из паутины или приправленная пряностями вода из лужи. Не стесняйся, говори на чистоту. Хочешь кружку пива? Иди за мной, у меня есть немало всяких припасов. Часто я удивлялся, как-то я умудряюсь хранить разный ненужный хлам. Но теперь я вижу, что он все же на что-нибудь досгодится». Домовой вытащил из сокровищницы серебряный кубок и налил в него блестящую, темно-коричневую жидкость из большой дубовой бочки. Привратник сильно озяб и не мог отказаться отведать пива. Он счел, что оно ничуть не хуже самого благородного вина. Привратник даже осмелился спросить, откуда у домового такой драгоценный напиток. «Это не что иное, как оставшаяся от герцога Юхана бочка знаменитого финского пива. Оно настаивается с годами, как моя вода из лужи. Сохрани кубок на память обо мне, но не говори об этом никому ни слова. Таких кубков у меня сотни». «Спасибо вам, батюшка домовой», — поблагодарил его старый Мурстен. — «Могу я пригласить вас послезавтра на свадьбу? Это, ясное дело, дерзость с моей стороны, но моя правнучка, маленькая Роза, выходит замуж за фельдфебеля Роберта Флинту. И это будет большая честь, если...» Но тут вдруг старику пришло на ум: а как отнесется священник к домовому? И он осекся. «Я подумаю», — заметил домовой. Вскоре они вернулись в подземелье замка под полой башней. Когда старый Мурстен почувствовал, что легкие его наполняются свежим воздухом, ему показалось, будто никогда прежде не дышалось ему так легко. «Нет,
подумал он. «За все сокровища троллей я еще раз в эту ужасную башню не полезу». И вот в старом замке начали убирать, скрести и мыть. Ведь будут играть свадьбу. И вовсе не какая-нибудь там барышня из замка в шитом серебром платье выходила замуж за рыцаря с развивающимися на шлеме султаном из перьев, и звенящими шпорами. Нет. То была всего-навсего маленькая девушка из Або в домотканном хлопчатом платьице. Но вы бы видели, как пригожа и хороша была малютка Роз. Бойкий фельдфебель из батальона метких стрелков дал ей понять, что если она только захочет, она со временем может стать генеральшей, а именно когда он сам станет генералом. Малютка Роза сочла это вполне вероятным и дала слово, что для начала стать фельдфебельшей. Но у Роберта Флинта был соперник, его двоюродный брат по имени Чилиан Грип. И он положил глаз на малютку Розу. Да-да, и он тоже. Но не столько ради ее собственной персоны, сколько ради денег, которые он, как полагал, получит со временем в наследство. Удача Роберта Флинта привела его в страшную ярость, и он решил посоветоваться со своей мамашей Сарой, самой зловредной старой сплетницей в Аба, попытаться выведать, как бы одержать верх над соперников. Но не успел Чилиан ахнуть, как были объявлены оглашения в церкви и свадьба. Все приготовления к свадьбе удались сверх всяких ожиданий. Пшеничные сухарики поднялись на дрожжах, как булки. Кладовые словно сами по себе ломились от явств. Крысы хотели было к ним подобраться, но все до единой попали в капканы. Казалось, весь замок помолодел. Все разбитые стекла вдруг стали целыми. Сломанные лестницы были починены, сдутые ветром. Печные трубы поднялись заново. Люди не уставали диву даваться. Но старый-то привратник хорошо знал, кто виновник всех этих дружеских забот. Ему бы следовало испытывать только благодарность, а он вместо этого думал про себя. Что скажет священник, когда войдет старый домовой и вывернет свою мерлушковую шапку мехом наружу? Настал день свадьбы. Явились гости, но домовой не показывался. С облегчением вздохнув, привратник начал принимать участие в свадебном веселье. И музыка, и танцы, и речи были такими прекрасными, ну прям под стать настоящему фельдмаршалу, а не только тому, кто намеревался стать генералом. Малютка Роза была так хороша и казалась такой счастливой в своем простом белом платьице с цветком шиповника в волосах, что никто уже давным-давно не видывал столь прелестной невесты. А Роберт Флинта вел себя во время полонеза с таким достоинством, словно был уже, по меньшей мере, генералом. Наконец, настал черед выпить за здоровье невесты, и, глядь, все стаканы наполнились сами по себе. А когда малютка Роза пошла в круг поздравляющих, невидимая рука надела ей на головку сверкающую драгоценную корону. Гости в зале только диву давались. Все видели корону, но никто не видал того, кто надел ее на голову невесты. И тогда начали шептаться, что, мол, прадедушка невесты, старый привратник, должно быть, нашел сокровище в одном из подземелий замка. Старый Мурстон держал свои мысли при себе, ожидая в страхе, что увидит, как домовой явится среди гостей, ухмыляясь от удовольствия, и спросит: «Доволен ты моим подарком, невесте?» Но домовой не пришел. Ну, вернее, он был уже здесь. Гостей обносили чашечками кофе, когда привратник услыхал, как знакомый голос шепчет ему в ухо: «Можно я возьму сухарик для Мурры?» «Возьми 4 сухарика, возьми всю корзинку!» — шепнул ему в ответ ошеломленный привратник. «Бедняжке Муре надо чем-нибудь подкрепиться», — продолжал голос. «Видишь,
старый друг. Я принял твое приглашение. Но я не собираюсь выворачивать шапку мехом наружу. Я не очень-то люблю священника. Как, по-твоему, идет моя корона невесте? Она похожа в ней на королеву. Хе, еще бы, заметил домовой. Это корона Катарины Ягеллоники. Той поры, когда она была герцогиней финляндской и жила в Або. Но никто и никому об этом ни слова. «Ясное дело, их буду молчать», — прошептал привратник. «Не могу же я предложить... А, не могу ли я все-таки предложить крендель для Мурры?» «Мура ест всего лишь один раз в 50 лет. Ей хватит», — ответил домовой. «Прощай, пока, и спасибо за угощение. Здесь наверху так отчаянно светло, и я хочу поскорее очутиться в моей уютной полой башне». На этом шепот прекратился. Привратник был доволен, что избавился от столь сомнительного свадебного гостя. На радостях он выпил за здоровье неместы ароматного вина. Но ему, честному Мурстену, не следовало бы этого делать, потому что он был стар, и вино ударило ему в голову. Он стал болтлив и позабыл о том, что надо держать язык за зубами. Меж тем, тетушка Сара и ее сын, разумеется, не преминули явиться на свадьбу. Усевшись рядом с привратником, Сара не могла надевиться на драгоценную корону. «Зачем прививать девочке тщеславие? Лучше продать корону золотых дел мастеру и получить за нее кучу денег, чем учить задирать нос. И если Мурстен нашел корону в подземелье замка, то она все же принадлежит высокому начальству, поскольку и весь замок также его собственность». «Я вовсе не нашел корону. И не я подарил ее невесте», — рассерженно ответил привратник. «Сохрани меня, Боже, кто же еще мог подарить невесте такую драгоценность?» «Мадам, это не касается», — сказал привратник. «Не касается меня? Меня не касается, если прокурор явится к моему кровному племяннику жениху и скажет: держи ответ за краденное добро, фельдфебель. Корона краденая». Честный Мац Мурстен рассердился и сгоряча наговорил о сокровище в башне больше, чем того требовало благоразумие. Сара, которой удалось выведать тайну домового, тотчас подошла к своему сыну и нашептала ему, что большие сокровища спрятаны в полой башне. Их надобно присвоить, прежде чем кто-нибудь другой про них узнает. Чилиан Грип тотчас вызвался пойти за сокровищем. Мать и сын тайком выбрались из зала, запаслись фонарем, лопатой, киркой, веревочной лестницей и, никем не замеченные, отправились вниз, в полую башню. В глубоком подземелье было темно. Каждый шаг повторяло эхо, и крысы, испугавшись, бежали вниз, в свои норы. Потайной фонарь отбрасывал неверный свет на серые пыльные стены, по которым взад-вперед ползали пауки. «Кто-то идет за нами. Ты не слышишь шагов?» — спросила Сара. «Это стены повторяют эхо наших шагов, матушка», — ответил Чилиан. «Здесь, в этих пустынных залах, малютка Роза и в темноте, и при дневном свете не раз бродила одна, ничего не страшась. Но когда совесть нечиста, дрожишь от малейшего звука. После долгих поисков мать с сыном нашли, наконец, полую башню. Ледяным, спрадным воздухом повеяло на них из глубины. Неужто они осмелятся спуститься вниз, в эту мрачную и холодную дыру?» «Не ходите туда», — повелела им совесть. «О, полезайте туда», — повелела им алчность. Сержант взял веревочную лестницу, крепко привязал ее у входа в подземелье и первым полез вниз.
меж тем, как его жадная мамаша следовала за ним по пятам. Не успели они спуститься вниз, как фонарь погас. Черная тьма окутала их точно мешком. И тут внезапно пара пылающих углей вспыхнула перед ними. Это были глаза кошки Мурры. «Сдается мне, лучше нам подняться обратно», — задрожав, прошептала Сара. Сын ее думал точно так же. Но только они поставили ногу на веревочную лестницу, как замок содрогнулся от страшного грохота. Камни и гравий обрушились в башню и закрыли людям обратный путь. В тот же миг при свете кошачьих глаз они увидели маленькую, серую и сгорбленную фигурку домового, его маленькие, крошечные красные глазки и длинную бороду. «Добро пожаловать в мое жилище», — ухмыльнулся домовой. «Как любезность вашей стороны желание навестить меня, я же, в свою очередь, оставлю вас у себя навечно. А я покажу вам мои сокровища. Те самые сокровища, которые пришлись вам так по душе, но которые никогда не станут вашими. Мурра будет вам мурлыкать. Ты должна знать, Сара, что 500 лет тому назад Мурра была точь-в-точь такой же старой плетницей и сквалыгой, как ты. И осталась у меня она по той же самой причине, что и ты, мой друг. А после того, как она прожила отпущенный ей людской век, она стала кошкой. Это же вести будешь удостоена и ты, мой друг. Видишь, как глаза Мурры светятся от удовольствия, что наконец-то у нее появится подруга. А ты, Гриб, раз уж ты вор, после того, как проживешь свой людской век, станешь волком среди всех прочих волков. Слышишь, как они воют от радости?» Чилиану Грипу с его мамашей пришлось остаться в полой башне. Люди только диву давались, куда они пропали. Ну, кто станет горевать о сплетнице, и кто будет оплакивать вора? На следующий день старый привратник Мурстон сказал правнучке: «Роза, вчера была чудесная свадьба и красивая невеста. Дитя мое, попробуй угадать, кто некогда носил твой венец. Ни больше, ни меньше, как Катарина Ягеллоника, герцогиня финляндская». «Дедушка, вы верно смеетесь надо мной», — сказала Роза. «Ты мне не веришь? Я знаю это из самых надежных рук. Принеси сюда корону, и ты увидишь, что она отмечена королевским вензелем». Роза подошла к шкафу, где хранила свой подвенечный наряд, но, изумленная, вернулась обратно. Корона исчезла. Вместо нее лежал лишь... Покои замка никогда больше не убирала невидимая рука, цветы не поливали, а обвалившиеся стены не восстанавливались. Замок пришел в упадок. Латать и чинить его было бесполезно, ведь ничто не могло противостоять той разрушительной силе, которая свирепствовала теперь в древнем замке. Однажды старый Мурстон рассказал Розе: «Проведи меня на прогулку в замок». «Хорошо», — ответила Роза. «Куда же ты хочешь пойти, дедушка? В подземелье, в залы или в башню?» «Нет, нет, не в подземелье и даже не в башню. Я могу встретить кого-нибудь на лестницах. Веди меня к открытому окну, на ауру. Мне нужен свежий воздух». «Тогда пойдем в западный зал, окна которого выходят на устье реки. Я повезу с собой моего сыночка в плетеной колясочке». У Розы был уже маленький мальчик, которого назвали в честь короля Эрика. Они медленно брели по замку. Солнце освещало могучие серые стены и почти 90-летнего старца, который в последний раз брел по дорогому ему замку. Выглядывая в маленькие оконца, он видел у подножия башни залив,
мерцающий и спокойный. Воспетая столь многими, аура катила свои сверкающие воды в залив, а вдалеке виднелись сотни белых парусов, которые колыхали вечерние и летние ветры. Глазами, полными слез, смотрел на все это великолепие старый привратник. Вздохнул он. Скоро этот прекрасный старый замок рассыплется в прах. Древнейший замок Финляндии превратится вскоре в груду камней, и галки будут напрасно искать стену, где бы они могли построить свои гнезда. Если бы я мог спасти старый замок от разрушения, я охотно отдал бы за него свою жизнь. Ну, не очень-то дорого он тогда бы и стоил. А. Ну, не очень-то дорого он тогда бы и стоил, сказал хорошо знакомый привратнику голос, и старый домовой, в шапке, вывернутой мехом наружу, вылез из трещины в стене. Это вы? Удивленно спросил привратник. А кто же еще? Засмеялся старый домовой. Только я переселился из полой башни в другую крысиную нору. Не мог выдержать несмолкаевную болтовню старухи Сары. Такая сплетница, даже домового может обратить в бегство. Ох, я теперь стал тук на ухо и старею. И в мире нынче все измельчало. Все вздор и чепуха. Это правда, вздохнул привратник. Мир становится все хуже и хуже. Но что же вы собираетесь теперь делать? Если вы позволяете замку прийти в упадок. Позволяю, проворчал домовой. Тому есть причины. Я был в дурном настроении. Но я не в силах забыть мой старый замок. Я должен, верно, выдержать еще несколько сотен лет до тех пор, пока борода старца, сидящего внизу, не обовьется вокруг каменного стола. Ты что-то такое говорил? Ты готов отдать свою жизнь за старый замок? Я бы охотно это сделал, если вы и впредь сохраните его могущество. А на что мне твоя жизнь, старый ты пень? Расхохотался домовой. Твоя жизнь исчисляется теперь часами. Отдай мне лучше малыша в плетеной колясочке. Он может прожить свои 80 лет и стать мне добрым слугой. При этих словах малютка Роза побледнела и склонилась над ребенком, словно защищая его. «Мою жизнь можешь взять тысячу раз», — сказала она, — «но не смей касаться маленького Эрика». Домовой нахмурил кустистые брови и пробормотал. «Вы, люди, удивительное племя. Не понимаю я вас. Что такое человеческая жизнь? Где был этот ребенок вчера? И где будет этот старик завтра? Нет уж. Нам, домовым, куда лучше. Не желаю я с вами меняться». Роза взглянула на него. «Домовой», — сказала она. «Знаешь, если бы тебе было 1000 лет, и проживи ты еще 1000 лет... мы все равно проживем дольше, чем ты». Такие дерзкие слова заставили обидчивого домового вскипеть от ярости. «Берегись сама, ты, муравьиха!» Воскликнул он и ударил своей рукой о стену с такой силой, что обломок стены, огромный как скала, оборвался и со страшным грохотом обрушился с крутых склонов. Еще один такой удар, и вся стена рассыплется в прах. Роза и ее старый прадед упали на колени, готовые к тому, что обрушившиеся стены сокрушат их в один миг. Но тут внезапно рука домового замерла и бессильно упала вниз. Его недавно столь суровые черты стали удивительно печальны, и привратник с Розой увидели, как крупные слезы покатились из его маленьких красных моргающих глазок. Глубоко внизу, в
из недр скалы под фундаментом замка послышались отдаленные звуки песни и музыка. Такая сладостная, подобно которой никто никогда не слыхал. «Слышите?» – прошептал домовой. «Это старец в недрах горы. Тот, что много старше меня». Они долго слушали в полном изумлении. Наконец песнь смолкла, послышалось бряцанье, казалось, скрещивается оружие, и подземелья замка содрогнулись. «Старец из горы кончил петь», — пояснил домовой. «И его люди ударяют своими мечами о щиты. Хорошо, что он запел в самое время, а не то я бы свершил такое, в чем бы потом горько раскаивался. Поднимаюсь, старик-батюшка». Привратник меж тем опустился на пол. «Поднимайся, дедушка!» — попросила Роза и взяла его за руку, но рука старика тут же упала. Матс Морстон умер, пока пели песню. Лучи вечернего солнца упали на его седые волосы. «Тек-тек!» — произнес домовой со странной гримасой и с таким незнакомым выражением в голосе, какого никогда прежде никто у него не слышал. Мой старый друг принял злую шутку всерьез. Клянусь моим сокровищем, я не хотел обидеть ни тебя, ни твоего малыша, но я хочу сдержать свою клятву, старый товарищ. Этот замок не рассыплется в прах еще целых 500 лет, до тех пор, пока рука моя сохранит свою силу. «Но ты покинул меня, старый собрат по ремеслу», — продолжал домовой. «Кто поможет мне теперь заботиться о нашем старом замке?» «Вместо дедушки это буду делать я», — заплакала Роза. «А когда мой маленький Эрик станет взрослым, он тоже полюбит старый замок и будет помогать вам так же, как старый прадедушка». «Тогда Эрик все равно станет моим слугой», — сказал домовой. «Нет», — ответила Роза. До конца своей жизни он будет служителем бога и людей. Старый привратник Матс Мурстон был погребен со всеми почестями под колокольный звон и пение псалмов. После его смерти весь замок снова обрел былой уют. Огромный, облупившийся обломок стены однажды утром был снова водружен на прежнее место. Каменщикам стало легко поднимать и другие обрушившиеся стены. Каждый камень казался таким легким, словно кусок коры. Все дыры и трещины заделывались, словно сами собой. И часто по ночам слышалось, как гравий и камни перетаскивают по пустынным залам. Это делал домовой, сдерживший клятву, которую дал старому привратнику. Так что Аббасский замок стоит еще и поныне. Обысь, Лера, Рейхтум, Кариш. Привет. Доброй ночи. А сказка эта была товарища Сакариуса Топелиуса под названием «Старый домовой Аббасского замка». Я думала на меньше. Вторая меньше. И третья чуть больше. Ой, третья с картинками. Нет, сказка действительно великолепная. Она такая теплая, классная. Кстати. На две оставшиеся сказки у нас 16 страниц. Прошло сейчас. А чё? А чё не так? А куда? Здравствуй, здравствуй, Алинушка. Зорд, Ройд. 56 минут. О, спасибо, спасибо, Серёж.
А, у меня, товарищ, страничка на трубу сказала: брат, подожди, я завись. Да, сегодня будет чуть-чуть подольше. А, лучше. Но на следующей неделе у нас будет Туви Янсен. Маленькая затравочка. Как же делишки? Ну и пока Игорь Александрович здесь, скажите, пожалуйста, вы завтра... Нет, не мумитроли. Я говорю только автора. Я не говорю, что... А вы молодцы. Не уверен. Ну, я завтра с утра напишу. Мы тут что делаем? Уважаемый товарищ Зорт. У нас сказки скандинавских писателей. Каждый вторник, на удивление. Это уже какой? 9-й, да? Да, 9-й вторник. 9-й вторник. Про Рагнарёк, посмотрите. Гадавар. У меня есть сборник, который я потихонечку читаю. И сегодня у нас на очереди Сакария Стапелиус. Здесь не самые известные сказки. Я бы сказал, вообще неизвестные, большей частью. И вовсе чаще всего не сказки. Да, о, отличное стихотворение, да. Пойдем со мной в Рагнарёк. Ну что, чатик. Встретимся через 5 страничек. Читай мне, да? С бумажного носителя. Я бы даже сказал, читай мне. Сакариас Тапилиус. Звездоглазка. Прилетел. Тихо. Тихо. Спокойно. Снег искрился. Северное сияние сверкало, и ясные звезды блистали в небе. Был рождественский вечер. Лопарь погонял оленя далеко в горах, а следом за ним ехала на олене его жена. Лопарь ехал довольный, и он то и дело оборачивался и глядел на жену, которая сидела в небольших лапландских санях, ведь олень не может вести сразу двоих. Лопарка держала на коленях маленького ребенка. Держать младенца, запеленатого в толстую оленью шкуру, и правда ей было несподручно. Когда они миновали перевал и начали спускаться с горы, то увидели волков. Это была большая стая в 40 или 50 волков, какие нередко встречаются в Лапландии. Волкам не удалось отведать оленины, и они, воя от голода, тут же бросились догонять лопаря с женой. Завидев волков, олени в обеих упряжках
пустились во всю прыть. Они ринулись под гору с такой бешеной скоростью, что сани подбрасывало вверх и заносило в стороны, кружило вокруг сугробов. Лопарю и лопарке это было не впервой. Они крепко держались за сани, хотя ни слышать, ни видеть ничего не могли. И в этой неразберихе случилось так, что лопарка уронила ребенка на снег. Напрасно она кричала и старалась удержать оленя. Олень знал, что волки настигают его. Он лишь прял ушами и быстрее, и еще быстрее бежал, так что кости у него трещали, как трещат орехи, когда их колют. И вскоре и олени, и сани укатили далеко от того места. Младенец лежал в снежном сугробе, закутанный в оленью шкуру, и смотрел на звезды. Волки вмиг оказались возле него, а он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, мог лишь только глядеть на них. Он не плакал, а только лежал, не двигался и смотрел. В невинных глазах младенца скрыта удивительная сила. Голодные хищники остановились и не посмели его тронуть. Они постояли немного неподвижно, глядя на ребенка, словно онемев от изумления. А потом помчались изо всех сил по оленьему следу продолжать охоту. Ребенок лежал один в огромной дикой глухомане. Он смотрел на звезды, а звезды смотрели на него. И огромные, бесчисленные, прекрасные далекие солнца, сияющие на ночном небе, казалось, сжалились над беззащитным земным младенцем, лежавшим на снегу. Они так долго смотрели на него, и он так долго смотрел на них, что в глазах у ребенка застыли звезды. Дитя непременно замерзло бы насмерть, но в это время по этой снежной пустыне ехал человек. Был это финский новосел из прихода Энары. Он возвращался из норвежского города Ватсё, вез соль и муку к празднику. Увидев младенца, он взял его к себе в сани. Новосел приехал домой под утро, когда в приходской церкви звонили к заутрене. Он внес малютку в теплую горницу и протянул его жене. «Вот тебе рождественский подарок», — сказал он, стряхивая иней со своих темных волос. И тут же он рассказал ей, как нашел младенца. Жена взяла ребенка, развернула его и дала ему теплого молока. «Бог послал нам тебя, несчастное дитя», — сказала она. «Подумать только, как ты смотришь на меня. Раз у тебя нет ни отца, ни матери, Симон Сорса будет тебе отцом, а я матерью. Будешь нашей доченькой. Тебя, верно, уже окрестили». «Навряд ли», — отвечал новосел Симон Сорса. «Лабарям далеко ехать до церкви и до пастора. Они дожидаются, покуда не наберется сразу несколько ребятишек. Они сами везут детей к священнику, берут его за руку, и когда он их окрестит, говорят «Аминь». Ведь сейчас как раз рождественское заутреня. Самое время снести младенца в церковь да окрестить». Жена решила, что это разумный совет. И так найденыша, а это была девочка, окрестили и нарекли ее Элисабет в честь приемной матери. Благословляя младенца, пастор подивился тому, что глаза Элисабет светились как звезды, и он добродушно пошутил. «Ее надо было назвать Звездоглазкой, а не Элисабет». Жена новосела подумала, что это не по-христиански, и сказала о том мужу. Но Симон Сорса был согласен с пастором и счел, что-то другое имя подходит девочке не хуже первого. «Что ты еще вздумал?» — рассердилась жена. «Нечего давать ребенку колдовские прозвища. Ведь девочка — лопарка, а лопари умеют колдовать. А гляди-ка, у Симу, у Пальты и Маты глаза серые, а у нее чернющие. Коли хочешь дать ей прозвище, зови ее Черноглазкой». Симон не хотел огорчать жену и сделал вид, что забыл это прозвище. Но соседи услыхали про слова пастора
И с того дня стали называть найденыша Симона Сорса Звездоглазкой. Девочка росла вместе с тремя названными братьями. Мальчишки были сильные и неуклюжие, а она хрупкая и тоненькая. Как почти у всех лопарят, волосы у нее были темные, а глаза черные. Только лопарята иной раз бывают вспыльчивые и своенравные, а Звездоглазка всегда была спокойная, незлобивая и молчаливая. Четверо ребятишек жили дружно, хотя мальчишки иногда в шутку таскали друг друга за волосы. Новоселый и его жена любили одинаково всех четверых. Все шло ладно. Родные отец и мать Звездоглазки не разыскивали его. Откуда лопарю и лопарке было знать, что девочка жива? Они думали, что волки съели их малое дитя. Звездоглазки пошел еще только третий годик, когда приемная мать стала замечать за ней что-то неладное. В глазах у ребенка была такая сила, против которой никто не мог устоять. Когда братья дразнили ее, она никогда не спорила с ними и не защищалась. Но стоило ей взглянуть на них, как они делали все, чтобы угодить ей. Черный кот с горящими, словно огоньки, глазами не смел глядеть на нее. Лохматый Кету, дворовый пес, переставал лаять и рычать, как только Звездоглазка бросала на него свой взгляд. Названной матери казалось, что глаза девочки сверкали в темноте, а однажды, когда в горах бушевала буря, Звездоглазка вышла на крыльцо, и через несколько минут ветер утих. Видно, что эта Звездоглазка усмирила его. Как не любила жена новосела девочку, такие дела ей были не по душе. «Перестань глядеть на меня!» Нетерпеливо говорила она иной раз малышке. «Никак ты думаешь, что можешь видеть меня насквозь?» Звездоглазка огорчалась и опускала глаза. Она понимала лишь, что огорчила свою добрую матушку. Тогда названная мать ласково хлопала ее по щеке и говорила: «Не плачь, Лисулиль, ведь ты не виновата, что родилась лопаркой». Однажды, когда Звездоглазке было 3 года, жена новосела сидела за прялкой и думала о своем муже, который был в отъезде. Ей вдруг вспомнилось, что лошадь у нее потеряла подкову с левой задней ноги. Звездоглазка сидела верхом на скамье. Будто бы на лошади, и погоняла ее. И тут она: «Возьми и скажи своей скамье лошадке: матушка думает о том, что ты потеряла копыта с левой задней ноги». Жена новосела перестала прясть и с удивлением спросила: «Ты откуда это знаешь?» «Исулиль видела это». Приемной матери стало не по себе. Но она сделала вид, что ничего не заметила, но впредь решила приглядывать за малышкой повнимательнее. Несколько дней спустя заночевал в доме чужой человек, а на утро хозяйка хватилась. Нет золотого кольца, лежавшего до того на столе. Кражу заподозрили чужого, обыскали его одежду, но ничего не нашли. Тут проснулась Звездоглазка, она глянула удивленно на чужого и сказала: «А кольцо у него во рту?» Так оно и было. Человека прогнали, а хозяйка все еще делала вид, будто ничего не заметила. Немного погодя, Альта заболел корью. Пришел пастор поглядеть, что с ним, ведь пастор был сведущ в лекарственном искусстве. У матери в кладовке было 2 лосося, а она подумала про себя: «Который из 2 дать пастору, маленький или большой? Пожалуй, хватит с него и маленького». Звездоглазка сидела в углу и держала на коленях щетку. Понарошке это была у нее не щетка, а больной сынок. Потом она взяла метлу. Метелка у нее пастором была. «Какого лосося тебе дать, маленького или большого?» — спросила она метлу. «Пожалуй, хватит с тебя маленького». Ее слова услыхала названная мать. Каждое слово впивалось ей в сердце, словно иголка. А когда пастор ушел, она не в силах долей сдерживать гнев, сказала Звездоглазке: «Вижу я, ты никак не выбросишь колдовство из головы, лопарка. Больше ты не станешь пялить на меня свои ведьмины глаза.
будешь жить в подполе. Выходить оттуда будешь раз в день к обеду с завязанными глазами. Нечего тебе глядеть на людей, покуда не перестанешь колдовать. Жестоко поступила жена Новосела с бедной малышкой, которая никому худого не сделала, но она была суеверная, как и многие в округе, и твердо верила в то, что лопари умеют колдовать. И потому она заперла Звездоглазку в темный подпол, но дала ей теплую одежду, еду и постель, чтобы девочка не голодала и не холодала. У Звездоглазки было все, кроме свободы, любви, людей и рядом с ней, и дневного света. Симон был в отъезде, а Звездоглазка сидела в подполе. Было ей там не весело, но и не очень скучно. У Звездоглазки была в подполе своя компания. Там было старое бревно, разбитый кувшин, полено, колышек и бутылка без горлышка. Она придумала, что бревно — это отец, кувшин — мать, а полено, колышек и бутылка — названные братья. И все они, кроме бревна, жили в пустой бочке. И каждый в бочке занимался своим делом. Звездоглазка пела им песни, а мыши и крысы слушали их. У Лису, жены Новосела, была соседка по имени Мурра. За день до Рождества сидели они вдвоем в горнице и толковали про колдовство, про колдовское искусство лопарей. Мать вязала рукавицы, Симму играл с медными монетками, Пальто толок разбитый кирпич, а Матте повязал коту шнурок на лапу. И тут они услыхали, как Звездоглазка поет, убаюкивая полено. Рукавички вяжет мать, радуются детки, Симу хочет посчитать звонкие монетки, Альте крошит кирпичи, кот мурлычет на печи, лунный свет в окошке, спи, усни, мой крошка. «О чем поет эта лопарская девчонка в подполе?» — спросила Мура. «Она убаюкивает свои игрушки в бочке», — отвечала Лису. «Но ведь она, ну, видит сквозь пол, что мы делаем. Неужто, сидя в темном подполе, она видит, как светит луна?» «Навряд ли!» — воскликнула Лису. «Наказание мне с этой девчонкой не дать не взять, маленькая колдунья!» «Я знаю, что надо сделать», — сказала злая Мурра. «Повяжи ей на глаза 7 шерстяных платков и положи 7 половиков на крышку подпола. Тогда она ничего не увидит». «Попробую», — отвечала Лису. Она спустилась в подпол, завязала маленькие звездочки глаза 7 шерстяными платками, а после положила 7 половиков на крышку подпола. Вскоре стало совсем темно. Засветились звезды, и северное сияние зажгло на вечернем небе 2 красные дуги. И снова они услышали песню Звездоглазки. «Ни морозы, ни пурги, вечер тихо светил, и 2 красные дуги над горою светят. Звезды льют свой тихий свет, ярче звезд на свете нет. Звезды смотрят на меня, эти звезды мне родня». «Нет, ты только послушай», — сказала Мурра. «Сейчас она видит северное сияние и звезды. Таких маленьких чертовок мне еще не доводилось встречать». «Быть того не может», — отвечала хозяйка. «Я спущусь в погреб». Она откинула 7 половиков, спустилась вниз и, убедившись в том, что на глазах у Звездоглазки 7 шерстяных платков, спросила. «Ты видишь звезды?» «Да». «Их так много, так много!» — отвечала Звездоглазка. «Вокруг так ясно и светло! Скоро наступит праздник!» Хозяйка вылезла из подпола и рассказала обо всем Мурре. А Мурра ответила. «Теперь остается только вырыть в подполе яму глубиной в 7 метров, положить в нее это чертово отродье и засыпать ее песком. Это уж точно поможет!» «Нет!» — сказала Лису. «Этого я не стану делать. Мне жаль ее. Да к тому же боюсь, что муж мой огорчится, когда узнает, что с ней сталось». «Тогда отдай мне девчонку.
Я отвезу ее назад, в Лапландию. Обещай, что не сделаешь ей худого. Ну что я могу ей сделать? Отвечала Мурра. Отвезу ее туда, откуда ее взяли. Получив согласие хозяйки, Мурра завернула девочку в старую оленью шкуру и повезла ее в горы. Там она положила девочку на снег и уехала. Я сделала то, что обещала. Раз ее нашли в снежном сугробе, я и положила ее на снег, сказала она. Звездоглазка лежала в снежном сугробе, закутанная в оленью шкуру, и смотрела на звезды. Как и 3 года назад, стояла рождественская ночь, и тысячи прекрасных, ясных, огромных, далеких солнц, сиявших на небе, сжалились над невинным младенцем. Они светили в глаза, заглядывали в ее сердце и не нашли там ничего, кроме доброты. И тут ее детские глаза засияли еще ярче и удивительнее. Она обрела дар видеть еще зорче и далеко-далеко, дальше звезд, проникать в мириады миров Вселенной. А ночь была тихая и ясная, полная торжественного безмолвия. Лишь северное сияние рассеивало искры в небе. Оно сияло радугой над головой звездоглазки. Ранним утром, когда ребятишки еще спали в горнице, новосел воротился домой. Стряхнув иней со своих темных волос, он обнял жену и спросил про ребятишек. Жена рассказала, что Пальто хворал корью, но уже выздоровел, а Симу и Матта здоровенькие и толстенькие, как пшеничные булочки. «А как поживает звездоглазка?» — спросил новосел. «Хорошо», — испуганно отвечала жена, почувствовав угрызение совести. «Мы должны беречь звездоглазку», — продолжал он. «Нынче ночью я заснул в санях и видел сон, будто звезда упала ко мне на меховое одеяло и говорит: «Возьми меня и береги хорошенько, я принесу счастье твоему дому». А когда я протянул руку, чтобы взять ее, она исчезла. Я проснулся и подумал, что нам везло все эти 3 года с тех пор, как мы взяли это чужое дитя. Прежде не было нам ни в чем везения. Мучили нас болезни и бедность. То мороз погубит урожай, то медведь задерет коров, то волки утащат овец. А нынче не спаслала нам судьбой благодать за то, что мы презрели невидного младенца. От этих слов у жены защемило сердце. Но она не посмела сказать мужу правду. Тут проснулись сыновья. Отец обнял их и порадовался, что они такие здоровенькие и сильные. Сильные. Покачав их на коленях, он спросил: «А где звездоглазка?» Симу ответил: «Матушка заперла ее в подполе». А Пальто сказал: «Матушка повязала ей на глаза 7 платков и постелила на крышу подпола 7 половиков». А Матте добавил: «Матушка отдала ее Муре, а Мура увезла ее в горы». Слыхав это, муж покраснел от гнева, а жена побелела, как полотно, и не нашла ничего, кроме сказать, как: «Она лопарское дитя, а все лопари колдуны». Муж ничего не ответил. Хоть сильно и устал он, но тут же пошел в конюшню и снова запряг лошадь в сани. Потом он подъехал к дому Мурры, заставил ее сесть к нему в сани и велел показать место, где она остановила девочку. Они поднялись в горы, остановили лошадь и пошли на лыжах по засыпанному снегом ущелью. Подойдя к сугробу, на котором Мурра оставила дитя, они увидели на нем небольшую вмятину, а поодаль — лыжный след на снегу. Но звездоглазку они не нашли. Она исчезла. Они долго искали ее и, наконец, повернули назад. Симон шел на лыжах впереди, а Мурра позади, ну, чуть поодаль. Вдруг раздался крик. Новосел, съезжавший вниз с горы, обернулся и увидел, что стая голодных лапландских волков рвала Мурру на части. Однако помочь он ей не мог. Гора была слишком крута. Пока он спускался вниз, волки ее уже съели.
Опечаленный вернулся он домой, как раз когда колокола звонили к заутрене. Жена новосела горько во всем раскаялась. Когда утром она пошла в хлев задать овцам корму, то увидела, что там побывали волки и не оставили ни одной овцы. «Это только начало, расплата за содеянное нами зло», — сказал хозяин. «Теперь нам остается лишь горько каяться». Никто так и не узнал, куда пропала Звездоглазка. Ведь рядом с сугробом, в котором она лежала, был лыжный след. Может, какой-нибудь путник забрел в эту глухомань, нашел дитя и взял его с собой. Остается думать, что так оно и было. Только никто не ведал, кто был тот путник, куда он увез Звездоглазку, где она обрела свой новый дом. Хочется надеяться, что ей там живется лучше, что она принесла счастье этому дому и по-прежнему видит то, чего не видят остальные. Конец. Рейтум рвет. Спасибо за победки. Вот такая вот сказка про Звездоглазку. О, меня жирюка попустила. Чего вы там? Спите все, да? Ну, Зор спит. Так, а у нас... Ну, а чё бы не спит, это тоже понятно. У нас осталось всего ничего. У нас осталось... Ну... Да, ничего. Буквально вот 5 страничков. 5 листов, ладно. С 11 по 19. И то тут на 11 совсем чуть-чуть. А на одной еще картиночка, я ее обязательно покажу. У меня страничка Трова зависла. И она не обновляется. Даже ручками. А я же могу ее закрыть и восстановить. Только сильно не бди, а то тебе потом еще там спать. Ну, все, работает. Шикарно. Но у меня окна открывать не очень хочется. Там ветер страшенный и этот дождь. О. И у меня можно из окна прекрасно наблюдать, как на уровне 6 этажа дерева такие в третий заглядывают, в окна 3 этажа. Такие. О. Вот. Что я хочу сказать, Игорь Александрович? Брайан Ина? Вандерфул. Пусть дождь. Плюс 2? Ну, сейчас, да? Я так понимаю. А у нас сейчас. Плюс 7. А днем было 12. Это было отвратительно.
А вот минуса и снега, ну, у нас ночью был там минус 1.5. Вот, а снега мы еще не видели. Возможно, и не увидим. Да, сегодня будет как с той самой сказкой про Отто-носорога. Но только сегодня 3. Ну, долго. Я думаю, еще минут на 40. Возможно. По крайней мере, но хочу сразу предупредить. Если я дочитаю раньше, чем закончится данная музыкальная композиция, а идет она 44 минуты, а прошло 8, то дослушивать мы ее, возможно, не будем. А возможно, и будем. Да, вместо белых мух, вместо белых кружащих мух за окном, как у Кая и Герды, у нас настоящие комары. А мы на югах. И уже, наверное, минут за 20, где-то, ну, без 20-11, я вспомнил, что я не отключил никакие алерты. Сейчас же будет куча лишних звуков. Ну, здесь лишних. Я и так, наверное, лишние. Ну? Что я могу вам сказать? Нужно ехать дальше. А, Эпикурианис. Привет. Да. Я что-то зачиталась, а я. Ну что ж, дорогие мои дорогие. Последняя на сегодня сказка. Tuesday Afternoon. Альбом Ален Трек. Thursday. Ну, в следующий раз. Сейчас гляну на него. А, все, нашел 85-й год. Ровно один трек на один час. Один альбом, один трек. Я понял. Один час и 50 секунд. Хорошечно. Ну вот, в следующий раз мы его и послушаем. Я себе запишу. Я вот так вот и оставлю. Вот тут. Я потом запишу. Ну так вот. Последняя на сегодня сказка. И что-то мне подсказывает по названию, что она будет немножечко в духе, возможно, в настроении того самого Отто-носорога. Цакаря-стапелюс. Как кузнец Паво отковал паровоз. В сказке этой говорится о том, что на краю земли жили-были два тролля. Где находится край земли, никто точно не знает, но если он и в самом деле где-то есть, то, верно, у Берингова пролива, где старый и новый свет глядят друг на друга. Мне там побывать не доводилось, но Нурденшёльд сказывает, что это отсюда далеконько. Люди говорят, что там жили два тролля, два брата, вовсе друг на друга не похожие. Тот, кого звали Перебур,
жил на мысе Осткап, где кончается Азия. Другой же, по имени Буррибир, обитает на мысе Принца Уэльского, где начинается Америка. Ширина пролива между ними была такова, что одному брату было слышно, как другой чихнет, чтобы вовремя крикнуть «Будь здоров!», а глаза у них были зеленые, кошачьи. Братья делали вид, будто они дружны, плавали друг к другу в гости, то верхом на китах, да так быстро, что вода вокруг бурлила. Простора каждому из них хватало, ведь на каждого приходился по целой части света, однако один не переставал завидовать другому и старался ему досадить. Каждый из них управлял своей страной, сидя на высоченной горе, чтобы видеть, что творится в доме у соседа. Они поднимали смерчи в проливе, чтобы бросать в глаза друг другу песок и гальку. Один натравливал белых медведей на коров другого. Как не иметь скот таким важным господам? Вместо свиней у них были мамонты, вместо коров — киты, а вместо овец — моржи. В один прекрасный день устроили Бирибур и Бурибир вместе с малыми троллями пикник на острове Святого Лаврентия, что лежит одиноко в океане южнее Берингового пролива. Вокруг них, куда ни кинь взгляд, простирались блестящая гладь океана, и киты косяками играли на волнах, как уклейки в тихом заливе. Троллям такая тишь казалась скучной. Чем же им поразвлечься в такую ясную погоду? Один фыркнул носом и тут же завыл шторм, а лег густой туман. Видно, погода была несносная, ведь киты не боятся ненастья, а тут улеглись спать, опустившись на полмили от морской поверхности. Но тролли чувствовали себя преотлично. И тут они начали играть. Кидали в друг друга огромные валуны, словно ягоды рябины, сшибали ногами деревья, складывали из них костер и полили друг другу бороду головешками. После вздумали они помериться силой, попробовать сдвигать горы плечами и выпить всю воду из океана. Вода ударила им в голову, они принялись бегать в запуске и, забыв, что находятся на острове, плюхнулись в воду. «Нет», — заявил Бурибир, стряхивая морскую пену с бороды. «Здесь нельзя бегать на перегонки. Слишком тесно. Давай-ка посмотрим, кто из нас сумеет догнать солнце». Все тролли решили, что это настоящая игра. Нужно догнать солнце, схватить его за рыжий воротник и спрятать в мешок. Какая чудесная темнота наступит тогда, и не надо будет больше никогда щуриться от дневного света. «Давайте поспорим на часть света», — воскликнул Буррибир. «Я догоню солнце, и оно начнет подниматься из-за горы». «А когда оно начнет подниматься из-за горы?» «Нет ничего легче», — согласился Бирибур. «Нужно только лечь спать на горе и встать пораньше. Тут ты схватишь солнце за воротник. Я обещаю поймать его, когда оно станет садиться. Это будет потруднее». Так и порешили. И поспорили на часть света. Братья разошлись по домам и надели сапоги-скороходы. «Я побегу на восток, через Северную Америку», — подумал Бурибир. «Коли я не догоню солнце в горах Аляски, то уж точно поймаю его на скалистых горах. И я побегу на запад через Азию», — решил Бирибур. «Дурак буду, если не нагоню его на Большой Сибирской равнине. Там уж есть где разбежаться». И вот они помчались. Ух! Только сапоги заскрипели. Да чего же чудной был этот бег в запуске? И я сперва расскажу про Бурибира. Он, как уже было сказано, пробежал на Северную Америку. Через большую равнину Аляски на восток, к горам с таким же названием, и залег, поджидая солнце. Пробежать сотню миль по равнине – дело пустяковое. А вот взбираться на высокие горы куда труднее. «Ох!» — отдышался Бурибир, поднявшись на горную вершину. «Однако лестницы здесь крутые.
Отдохну здесь маленько, достану караулить солнце. И он уселся на вершину горы, подгреб под себя немножко мха, ведь гора-то жесткая, и заснул. Там не было ни будильника, ни утреннего кофе. И когда Бурибир проснулся, солнце уже поднялось высоко и светило ему в глаза. «Вот как! Так ты смеешься надо мной!» — пробормотал Бурибир себе в бороду. «Погоди! Я схвачу тебя завтра утром в скалистых горах!» Ему ничего не оставалось делать, кроме как бежать дальше на восток, а там подняться одним махом на самую высокую вершину. «Теперь-то я уж точно не буду спать», — подумал Бурибир. «Положу в бороду осиное гнездо и по муравьиной куче в каждый сапог скороход». «Сказано, сделано!» Бурибир глаз не сомкнул этой ночью. Когда утреннее небо стало розоветь на востоке, он лежал в карауле, схоронившись за скалой, чтобы солнце его не заметило, и держал мешок наготове. Ну, чтобы засунуть в него солнце, словно брюкву, когда оно приподнимет свой рыжий диск над корявыми скалами. Раз, два, три... Не успел он сосчитать до 10, как оно показалось. Ну-ну! И Бурибир схватил солнце. Оно засверкалось, искры затрещали, и были они ужасно горячие. Такие искры рассыпает раскаленное железо, когда... Кузнец кует его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бурибир обжег пальцы. Спалил бороду, обжег нос и глаза. Покатился, как мяч, хвырком вниз с горы и пустился на утек, сам не зная куда, пока не свалился в большое медвежье озеро, которое ты можешь найти на карте. Там один американский доктор нашел несчастного тролля и отвел его в больницу где-то в Улахамане. Может, Бурибир и по сей день лежит там с пластырем на носу. Он ждет, когда его спаленная борода отрастет, чтобы ему не стыдно было показаться малым троллем у Берингового пролива. А что приключилось с Берибуром? Сейчас ты услышишь. В то же время жил в Кемпеле, к югу от Уляборга, кузнец по имени Пааво с женой и детьми. Как раз в ту пору строили железную дорогу, и Пааво день-деньской бил молотком по наковальне. Однажды вечером, когда он устал и сидел с детьми у миски с кашей, Ойва, старший сын, сказал: «Батюшка, в нашу дверь скребется собака». «Отвори», — сказал Пауво. Ойва отворил дверь, и к ним в дом ввалился старый бородатый оборванный тролль. Дети закричали от страха. «Уйду», — сказал кузнец. «Ты кто такой?» «Я Берибур», — отвечал тролль. «Целых трое суток я бежал в сапогах-скороходах через всю Северную Азию, чтобы догнать солнце, и проголодался как кит. Мне было не досуг умываться и причесываться. Первый вечер солнце окунулось в реку Лену, второй заползло в Обь, а на третий запряталось как раз за твоим домом. Я думал найти его здесь, да, видно, оно влезло в слуховое оконце на чердаке и улеглось там спать. Дай мне фонарь, я поищу его на чердаке». «Что это еще за небылица?» — удивился кузнец. «Догонять солнце? Как ты смеешь называть небылицей самую хитрую из всех моих колдовских выдумок? Я побился об заклад на часть света с Бурибиром, что запихаю солнце в мешок. Неси сюда фонарь, или... Слышишь, ведь я... тролль». И Берибур будто бы в шутку выбил ногой одну стену в доме. «Послушай-ка», — ответил кузнец, — «коли ты будешь так себя вести, я пошлю за Ленеманом. Почему ты не схватил солнце, когда оно опустилось в Лену или в Обь?» «Потому что я боялся замочить бороду, ей это вредно». «Тогда тебе будет нелегко поймать солнце в нашей деревне. Оно село нынче вечером вовсе не за моим домом, а опустилось в Ботнический залив». «Ну, тогда я завтра обегу Ботнический залив и догоню солнце в Швеции или Норвегии». «Нет, дорогой троллюшка, тогда тебе вовсе придется туго,
Ведь в Швеции и Норвегии солнце садится в Атлантический океан. Что же мне тогда делать? Вздохнула печальный тролль. Ведь океан-то страсть какой мокрый. Послушай-ка, отвечал кузнец. Сперва будь ласков, поставь стену на место, а после потолкуем о твоей беде как добрые друзья. Может, тебя кашкой угостить, дядюшка-тролль? Дядюшка-тролль почесал за ухом, поставил стену на место и сел за стол отведать кашки. Сперва он съел кашу, потом миску и ложку, потом масленку, тарелку с салакой и хлебницу, а после весь стол. Кузнец смотрел на него ошарашенный, но увидев, как тролль все еще не наелся и жадно косится на ребятишек, Паава решил отвезти гостя в кузницу. «Заходи», — сказал Паава. «Может, здесь найдется что-нибудь вкусненькое?» «Да», — ответил Беребор. «После прогулки по Азии у меня разгулялся аппетит. Спасибо за угощение». Тут он проглотил сначала щипцы, потом молот, кувалду и лошадиные подковы, гвозди, уголь и кузнечный мех на сладкое. «Любопытно», — подумал кузнец. «Неужто этому чудищу и наковальня по зубам?» А сам предложил. «Уши на здоровье». «Не, спасибо», — ответил Беребур. «Хорошенького понемножку». Потом он вытащил из горна несколько горячих углей и запихал их в рот осторожно, чтобы не опалить бороду. «Давно я не ужинал так славно. Коли к утру проголодаюсь, съем, пожалуй, на завтрак кузницу и ребятишек». «Неужто?» — спросил сердито кузнец. «Да ты не беспокойся, сойдет за неимением лучшего. Но как же мне теперь в самом деле поймать солнце?» — вздохнул тролль. «Нехитрое дело, коли есть сапоги-скороходы», — удивился кузнец. «Да, было бы нехитрое, кабы солнце не окунулось в море. Видишь ли, железные каблуки на моих сапогах бегут сами по себе». «Неужто? И ты можешь сковать такой каблук для чего угодно?» «Ясное дело. И он побежит сам по себе?» «Да хорошо, да, хорошо, что я вспомнил. Вчера, когда я прыгал через Уральские горы, каблук на моем правом сапоге отстал. Прибей его хорошенько к утру, а сейчас я устал, лягу поспать возле города». Беребур стащил с правой ноги сапог и тут же захрапел так громко, как можно храпеть, лишь пробежав 3 дня по Азии в сапогах-скороходах. Кузнец призадумался. «Съесть мою кузницу и детей на завтрак. Нет, троллюшка, не выйдет. Ты и без того натворил бед в моем доме. Прибить тебя насмерть молотом, храпящее чудище. Не, чур меня. Ты ведь все же хоть и не званый, но гость в моей кузнице. Если стащить с твоей другой ноги сапоход-скороход и убежать с ними. Вот здорово было бы, но это значит украсть. А Паава честный человек. Знаю, что нужно делать. Пусть сапоги останутся у тролля, но я ему починю правый каблук. Ойва, ступай к матери и скажи, что я буду всю ночь работать в железнодорожной кузнице. Пусть мать не боится тролля. Он сейчас спит, как дохлый еж. Кузнец взял правый сапог тролля, отломал каблук, пошел в железнодорожную кузницу и выковал новый каблук из обыкновенного железа и прибил его к сапогу. «Пусть теперь троллюшка поскачет 7 миль на одной ноге», — подумал он про себя. «Вот как», — подумал он, разглядывая каблук-скороход. «Стало быть, ты сделан из железа, что может бежать долго-предолго. Так ты в самый раз подходишь для паровоза». Как раз в эту ночь в железнодорожной кузнице чинили поломанное колесо паровоза. Паава незаметно прокрался туда и подковал колесо каблуком скороходом. «Теперь бегай, каблук, сколько хочешь», — подумал кузнец и засмеялся. На другое утро стали испытывать паровоз,
а он помчался сам по себе. Да так быстро, что ни один тормоз не мог его остановить. «А что? Что осталось с паровозом?» — закричал машинист. «Раньше он тащился, как вол с возом сена, а сейчас летит, как гудящий шмель!» «Паровоз считает, что вы ездите слишком тихо по Улеаборгской дороге и желает показать, как ездит в Англии», — отвечал Паава. «Стой! Стой!» — крикнул машинист. И подумать только, каблук-скороход соображал не хуже сапога скорохода. Он понял приказ, попятился назад и остановился, ожидая новой команды. «Да это самый лучший паровоз на всем белом свете!» — воскликнул радостно машинист. «И еще бы не самый лучший, ведь он может пробежать через всю Азию за 3 дня», — заявил Пабло. Когда Берибур проснулся, на правом сапоге был уже новый каблук. Он надел сапог и приготовился бежать за солнцем. Но лишь стоило ему сделать первый шаг, как левая нога помчалась, словно пушечное ядро, а правая поплелась, как обыкновенный смазной сапог. Да чего же это было неудобно? Сделав 2-3 прыжка, Берибур, запыхавшись, вернулся назад в кузницу. Как же он теперь в самом деле сможет догнать солнце? Кузнец Паву, решивший было, что он уже избавился от этого чудища, увидел его снова и испугался. Что ж теперь будет с его ребятишками и кузницей? «Разве ты не видел, троллюшка, как солнце только что спряталось за тучу?» — спросил он. «Да, видел. Но ведь оно часто прячется», — ответил, вздыхая тролль. «Послушай-ка, ты забыл в кузнице мешок, а я, пока тебя не было, решил тебе удружить, приладил на верхушку сосны ловушку из железной проволоки, поймал солнце и упрятал его в твой мешок». «В мой мешок? Да ты самый замечательный кузнец, который такого не найдешь, хоть ищи от Берингова пролива до Улеаборга. Я от радости сейчас тебя съем. От этой пляски на одной ноге мне ужасно есть захотелось». «Ну, что ж, и на том спасибо», — ответил кузнец. «Но не хочешь ли ты сперва поглядеть, хорошо ли я упрятал его?» «Ясное дело, хочу, милый мой кузнец. А где мешок-то? Где? А? Я слышу солнце. Солнце-то там барахтается и кричит». Пава посадил в мешок поросенка. «Ну, солнышко, вяжи сколько хочешь, попалось наконец. А я выиграл целую часть света. Теперь кругом будет распрекрасная темнота, и тролли будут править миром». «Да, только погляди», — подзадорил его кузнец и чуть-чуть приоткрыл мешок. «Ты что делаешь? Оно ведь может оттуда выбраться. Я сам залезу в мешок», — заявил тролль. Раз, два, три. Тролль залез в мешок, а Пава крепко-накрепко завязал мешок. «Счастье, что тролли такие бестолковые», — подумал кузнец и для верности завязал веревку еще одним узлом. Из мешка послышался шум и крик. «Ай! Оно кусается!» — кричал тролль. «И ты его укуси!» — ответил кузнец. И запер кузницу. И пошел в дом отдохнуть после ночных приключений. «Ох, только чего же тролль, сломавший стену, не мог разорвать мешок ногами? Откуда мне это знать? Верно, от того, что ноги у него болели. Натер их, когда плясал на одной ноге». Как долго тролль Берибур сидел в мешке, в который сам собирался запихать солнце, мне неизвестно. В газетах про это не писали. Слыхал только, что Паво утешил своего пленника, пообещав отправить его на поезде обратно к Берингову проливу. Ведь путь туда очень далекий. На одной ноге не доскочишь. Каждый раз, когда я вижу, как дети ловят солнце зеркальцем и заставляют его плясать на стене, я думаю о Буре-Бире и Бере-Буре. Поймай солнце, коли сумеешь».
Конец. Ты чё, Бусь? Серёга, спасибо за победу. Эликсир. Владимир Сергеевич. Здравствуйте. Кстати, насчёт картиночки. Это те самые Берибур и Бурибир, которые ловят солнце. Маленького принца. Так уже не перерыв. Уже закончились сказки Закариаса Топелиаса. А нет звука. Ну, маленький принц, так вот он стоит. А Биба и Боба такие. Вот он, маленький и прекрасный принц. Я теперь каждый раз отключаю все уведомления нахрен на вторник вечером, а потом забываю их иногда включать. Вот такая я хитрая жопа. Ну... Вот и всего-навсего почти за 2 часа мы осилили 3 последние сказки Сакариуса Топелиуса в этой книге, в этом прекрасном и великолепном сборнике скандинавских писателей-сказочников. Нет, там не маленький принц. Вот. И я вам хочу сказать, что мы потихонечку, помаленечку приближаемся к середине книги. Вот эта половина прочитана, а вот это еще чуть-чуть осталось. Офигеть. Втов. Усё на сегодня. Наверное, да. Там еще 10-9 минут музыкальной композиции. Я просто сделаю фейд-аут, и мы спать. Так что всем спасибо за внимание. Приятных сказочных снов. Легкого пробуждения. У меня Сапковского нет в бумаге. Так вот, приятно. Легкого пробуждения и хорошего и продуктивного дня. А встретимся, ну не знаю, как днем, вечером, завтра точно встретимся. Эта запись сейчас поедет на YouTube, свой плейлист. А вам всем говорю я.